Монета 10 копеек 2003 года. Российская Федерация. Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан номинал. Крупное число 10, чуть смещенное вправо от центра. Под ним одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись «Копеек». Слева внизу и справа растительный орнамент. Слева и внизу выражены в виде двух переплетающихся ветвей с листьями и бутонами. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканено рельефное изображение святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Фигура святого символизирует победу русского народа над злом, а также является элементом герба Москвы. Под геральдически левым передним копытом коня, то есть правым со стороны наблюдателя, отчеканена мелкая буква «М» – знак Московского монетного двора. В нижней части поля монеты полукругом вдоль канта отчеканена дата 2003, год выпуска монеты. Слева и справа полукругом надпись «Банк России». Надпись разделена фигурой святого пополам. Обозначение эмитента. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый. Изготовлена монета из латуни. Магнитными свойствами не обладает. Весит 1,95 грамм. Диаметр 17,5 мм. Нормативная толщина 1,25 мм. Чеканили данную монету на Московском монетном дворе. Разновидностей монета не имеет. Средняя цена на сегодняшний день 3 рубля. Монетные браки в виде расколов и выкусов оцениваются до 300 рублей. Вот, слева монетный брак, раскол штемпеля, справа монетный брак, выкус до 300 рублей. Экземпляр с сильным смещением был оценен в 2011 году в 400 рублей.